Лево шестой Серхио Эскудеро. Полузащитники восьмой Хуан Мерсьер, 24-й Херман Басуальдо. И нападение был Флуминенси уже на второй минуте. Налаживать нужно игру в центре поля бразильцам. Аргентинская команда мяч держать умеет априори, по определению. Это понятно, тем более здесь действительно склонные к схемы. У аргентинцев более ярко выраженные латерали. Все-таки при трех центральных защитниках это так должно быть. Ну и вот смотрим пока через трон. Заметная фигура не только начала 90-х, а скорее середины 80-х. Однако в 86-м он не попал на чемпионат мира. И мундиаль таким образом не выигрывал. Перехват в центральной зоне. Ну и здесь пора уже выходит на матч. Покажут нам Маурисио Ромали. Вы тоже увидите, что там клубные костюмы. Это обязательно. Дресс-код. Карьера, потому что говорили о том, что он способен явно и в Европе заиграть, и где угодно. Уже не мальчик, не юниор, 25 лет. И вообще всей созидательной линии Флуминенси. В центре поля мяч. Он аргентинцев. Сальседо. Мерсьер сыграл надежно. И нарушение правил. Есть. Годой Крус Индепендиенте из аргентинского чемпионата. Пеньяроль и эквадорский клуб ЛДУ Кито. Дальний удар Мерсьера. Мимо ворот. Ой, Дарио Конка, как же он Мерсьера разобрал на пазл, а? Ну, а вот дальше не хватило команде. На сторонах полны народа. Может быть, даже я. Атака, одна, другая, третья. Момент, когда Андре Луис вынес мяч с ленточки, а то, может быть, и просто судьи не заметили взятие ворот. Ну и, наконец, гол. Что делал? И мы видим, что именно действия латералей. Открытые, бесшабашные даже где-то. Собрались в атаку аргентинцы. Проспери. Теперь в центре Мерсьер. Это удар. И остается пока с ним. Ну вот пытаются Мерсьер с Абертаном, прошу прощения, с забегания. Нет. Ну и аргентинцам надоело играть в защите. Они стремятся быстро атаковать. Не знаю уж, как получится. Мерсьер затевал атаку. Снова мяч у него. Конечно, вероновской харизмы. Пять минут. Еще немножко. Соу зашибается в передаче. Редкий промах для опытного хавбека. И тут же атака аргентинцев. А ведь, по-моему, не сам там притормозил игрок Флуминенси. Слегка зацепил его на соперник. Мерсьер.